питании. Сегодня будет тема, как приучить к унитазу. И, конечно, про самих деток. Готовы ли они, в каком возрасте будут готовы для того, чтобы перейти на унитаз. Так, мы проговорили про средства, да, то есть что использовать для унитаза. Для унитаза теперь проговорим вот про то, какие вот вопросы могут возникнуть именно у ребенка, как вот он будет переходить на унитаз, с чем это связано и так далее. Вы используете, представьте себе, что вы все-таки купили, значит, какую-то накладку на унитаз, вы ее положили. И ребенку нужно теперь, чтобы он использовал то, что вы купили. В чем бывает загвоздка? Значит, первое. Первая проблема, с которой сталкивается ребенок, это психология, да, то есть он привык на горшке. Вот его горшок, например, все устраивает, то есть рассмотрим вариант, когда переходит с горшок, его все устраивает. Вот зачем ему переходить на унитаз? Вот для него вот это вот зачем иногда бывает основным таким мотивирующим фактором. То есть зачем? Потому что я стал большим. Да, ты стал большим, для него это аргумент, он может перейти. Потому что мы все туда ходим, да, то есть вся семья. То есть для него должна быть вот какая-то объективная причина. Для того, чтобы постепенно переходить именно на переход на унитаз, иногда психологически ребенок не любит замкнутое пространство. И нужно поставить горшок и какое-то время, чтобы даже с открытой дверью, пусть это происходит, но он в самом туалете находится, но горшок стоит там. А потом уже, ну извини, а зачем тебе, да? То есть какое-то время он уже привыкнет к этому пространству. И сказать, ну зачем, давайте мы перейдем полностью на унитаз, потому что, ну действительно, это маме удобно. Но, кстати говоря, почему не нужно торопиться, потому что маленькие дети, они подолгу могут сидеть в туалете. И на самом деле для мам, чем дольше на горшке, тем иногда лучше, потому что вот в наших, опять же, малогабаритных квартирах один туалет, и он будет занят ребенком. То есть вы реально почувствуете вот эту вот вещь, когда ребенок, то он сидел на горшке, и вы свободно там смогли в туалет сходить. Теперь у него будет преимущество первый, он будет первый основной при походе в туалет. Вы все должны будете броситься и радоваться, ура, он захотел, иди бегом. Вы будете торопиться, папа, мама, там, если вы там любите почитать, и это ваша думающая комната, то на тот момент, когда вы перейдете ребенка туда, уже все. Там его именно будет комната, он ее оккупирует. Поэтому чем дольше выходит на горшок, тем иногда лучше. Учитывайте это. Еще один какой момент. Значит, вот вы его перевели, значит, психологически. Иногда вот бывает проблема в психологии такая, что, особенно по-большому, да, что фу, как это пахнет. И когда он сидит на горшке, у него все нормально. Но когда он переходит в туалет, вот это вот фу у него иногда откладывается. Причем к горшку он это не применял, к унитазу может применять. Так как я делюсь своим опытом, то остановлюсь немножко на мальчиках. Как же мальчиков привлечь, да, как-то вот про девочек мне сложнее, наверное, там какие-то свои есть фишки, и мама, может, в комментариях вы свои фишечки расскажете. Вот мальчики, во-первых, значит, когда мальчик встает, да, его приучаешь к писанию стоя, то помните, что у него все время штанишки. Вот немножко, если ребенок не снял до конца штанишки, бывает, значит, следующая проблема. Во-первых, если штанишки находятся выше колен, то особенно если несколько там колготки, сверху еще какие-то брючки, то вот эта резинка сжимает, ребенок себя некомфортно чувствует и начинает капризничать. Поэтому вот научить снимать полностью. Если ребенка с штанишки, опять же, чуть-чуть выше колена, он их может описить. То есть, ну, неаккуратно, потому что они как-то порчатся и не получается. Поэтому первое время, конечно, летнее время самое удачное для многих, да, приучений. Первое время старайтесь вот в момент приучения, чтобы он это делал в трусиках, у него не было никаких дискомфортов. Вот он, нужно обязательно не голышком, потому что должен полностью процесс пройти, что вы сняли, одели, да, то есть полностью, чтобы он понимал, да, и что нужно снимать низко, максимально низко. Дальше мои рекомендации. Выгибаться, научите выгибаться. Вообще мальчики, мужчины должны учить в идеале своих сыновей. И очень часто именно с ним, с папой нужно ходить, чтобы было подражание, чтобы все было объяснено. Но все равно мама очень часто с ребенком ходит. И вот приучите вот это вот выгибаться. Это опять же поможет не описывать штанишки и попадать
попадать вот именно туда. То есть вот это выгибание я вам рекомендую, значит, вот все время. Так чуть-чуть выгнись вперед, так надуйся колобком там как-нибудь. Вот. Или, ну, придумайте свою ассоциацию, которую вот вы можете, ребенок, который хорошо воспримет. Редко, но бывает, что мальчики, ну, неинтересно писить стой после горшка. Редко такое бывает, потому что вообще мальчики, наоборот, стремятся к этому. Иногда для приучения перехода от горшка вот к унитазу нужно вот эту вот сидулку из горшка сначала вытаскивать или сам горшок поднимать и показывать, что можно делать это стоя. И только потом переводить на унитаз. Можно такой момент. Дальше. Мальчики очень любят журчать. Вот журчание, понимаете, их очень часто привлекает именно это. Поэтому очень удачно иногда бывает, вот унитазы разные бывают, модели. Вот когда ребенок попадает в воду, вот в унитазе, очень часто именно эти модели срабатывают у мальчиков. Водичку в речке тоже помогает стоя научиться, потому что вот оно журчит. То есть вот это познавание мира, не нужно думать, что это вот, ну, какие-то такие вещи плохие я рассказываю, да, что какие-то подробности. Но это действительно жизнь. Мы все, да, мы не избегаем всего этого, и все равно ребенка надо учить. То есть вот вызвать у него интерес нужно думать как. Нужно думать как, нужно думать, вот почему ему вдруг со стоячего было бы перейти интересно с сидячего в стоячее положение. Еще какие интересные возможности можете от меня, вот, что я применяю. У меня стоят счетчики водяные. И я ребенку вот прям специально показала, что вот нужно смывать и смотреть, здесь работают счетчики. Это вот the best, это самый лучший опыт. То есть он прям реально, мама, да, я сам смою, смывает, открой мне счетчики. Я ему открываю, он смотрит, как они крутятся, что это вот идет вот потребление воды, потому что вот кран на кухне далеко, а здесь вот это явный процесс, и это его привлекает. То есть ему вот интересно смыть воду. Иногда вот нравится детям, просто журчание, да, то есть сам процесс. И вот имитация детских унитазиков как раз, вот есть такие, которые вот, они с вот этой вот кнопочкой, то есть он горшок горшком, но у него вот эта вот кнопочка, да, и потом вот как промежуточная стадия, и после нее, допустим, переходит на унитаз, да, но они не дешевые такие виды горшки, но тем не менее они очень даже интересные и удачные, если у вас там большое какое-то помещение. И вы сначала хотите приучить в комнате, именно в туалетной, чтобы ребенок ходил и поставить туда детскую имитацию унитаза, очень даже замечательно. Дальше, для того, чтобы ребенок стоя, ему нравилось это делать, есть писсуары. Писсуары. Сейчас их много, они прям подвешиваются в туалете. Это на самом деле очень-очень хороший вариант. И иногда бывает, знаете, такая, там, как крутится, как мельничка, ребенка на нее писает, вот прямо она магия, это уже для него, и ему будет нравиться ходить вот в туалет. Они там стоят рублей от 300 до 1500, разные модели сейчас есть. И смывать его удобно, да, сразу вылил. И он приучится это делать именно в туалете, а потом перейдет на унитаз. То есть вот видите, сколько рекомендаций я вот, мне приходит в голову по поводу мальчиков. И обязательно пишите «мальчик», «девочка». И на какие хитрости вы пошли для того, чтобы их приучить, пишите внизу комментарии. Дальше, еще одна проблемка, то, что когда, особенно мальчики, но и девочки тоже, из-за того, что им неудобно, они начинают писить мимо. Идемте в Белоснежку. Это вот цель прицеливания, это тоже нужно помогать. Нужно... чтобы папа, если с мальчиком, ходил в туалет, показывал, как держать. Вот да, я говорю такие вот вещи, которые, может быть, не совсем там для какой-то аудитории, но, ребят, ну это жизнь. Нужно показать, как направляет, почему сюда нельзя. Если оно вытекает, там прям показать, как это и куда оно стекает, что это там запахи. Ребенок все равно будет промахиваться, я даю тряпку, то есть сама сначала протру, потом говорю, так, все, убирай за собой, там, чтобы он это убирал, гигиену это приучать, то есть вот этот вот процесс, он на самом деле не такой радостный, как мама думает, что вот я приучу к унитазу. Еще одна проблема, это как раз вот мамы, которые думают, что они перескачут горшок, но не бывает иногда, что получается, потому что, опять же, горшок маленький, удобный, небольшой, его где угодно поставил, в месте, где он играет, а потом никогда вот мы сняли памперс и вдруг перешли на унитаз, на самом деле у ребенка может быть отторжение. И будьте готовы, что если вот вы
приняли решение, что все, я снимаю памперс, не буду пользоваться горшком, перейду в унитаз. Вот все, что связано и там, и вот все, что выше я говорила, оно и к вам тоже относится, потому что вы переведете, но будут те же самые проблемы по высоте, по замкнутому пространству, потому что ребенок вообще не поймет, почему он должен, то есть мало того, что вы две вещи наложите, то, что нужно приучить к туалету, вообще вот к процессу хождения в туалет, и к горшку это проще, потому что вы горшок ставите вместо там, где он захотел, то есть вы быстро, да, среагировали, там, где он в этот момент играет, там, где он проснулся около, там, допустим, да, потому что вот быстрое просыпание, когда около кровати, и вы приучаете постепенно к процессу хождения в туалет, то вот в унитазе до него нужно дойти, вот в этом пространстве стоять, знаете, иногда там холодный пол, и уже ребенок себя чувствует, вообще оно все время плиточное помещение, более холодное, ребенок уже некомфортно, могут быть проблемы, вы не думайте, что вот оно пройдет гладко, поэтому... Ну, хочется, может быть, избежать горшковой темы, если у вас, конечно, удачно получилось, я очень за вас рада, но учитывайте, что это может быть не так просто. Вообще, очень часто переходит в унитаз именно сначала писить, да, особенно мальчики. И вот возраст, да, вы меня спрашиваете все время про возраст, вот не возраст, а высота, и даже не высота, а длина ног имеет значение, потому что мальчик, вот он должен встать и... как бы пописить, да, у него должен быть писюнчик выше, и он спокойно должен туда пописить. Но если вот чуть-чуть вот этой высоты вот не хватает ему, причем мальчики, когда вот именно ходят по маленькому в туалет, да, то есть когда по большому вот эта подставка срабатывает, а когда по большому опять, ой, когда по маленькому, да, вот он поднимается на подставку, он уже себя чувствует высоко и может отказаться писить. И начнет писить только когда вот он будет стоять на полу, даже чуть-чуть на носочке он может быть там чуть-чуть там подтянется, но вот ему нужно вот это вот не чувствовать, что он слишком высоко. Это тоже может иметь значение. По большому, да, то есть ребенок должен полностью расслабиться, поэтому иногда у детей очень долго не получается сходить именно по большому. Тоже не торопитесь, пусть по маленькому пока писает, да, по большому вот он созреет. Сейчас вот расскажу несколько причин, которые могут повлиять. Во-первых, психологически, да, вот я уже рассказывала про ручку, мы прикрутили ручку, и все пошло у нас более-менее, и стал ребенок ходить. Вот просто иногда есть какие-то необъяснимые причины, просто ребенок их не озвучивает. Но ему действительно неудобно. Что? Он чувствует, что у него сзади дырка вполне. Он чувствует, что он как будто проваливается. Иногда дети, вот эта вот дырка, которая в унитазе, они думают, что она в никуда вообще, то есть, и что их туда и засосет, и все что угодно. У них такие фантазии бывают. Поэтому вот у нас город Добрых Дел, по-моему, и там очень хорошо расписано вот этот вот строение, да, канализации, куда это все уходит и так далее, чтобы у ребенка не было, что это в бездну, потому что они действительно могут вот про это думать. Дальше. Длина ног, да, вот длина ног от колена до бедра, до попы, то есть именно бедро, оно имеет значение. То есть иногда, вот ребенок, если он сел на унитаз, он не будет сидеть, если у него коленки не свисают. И как раз вот насадки, чем иногда плохо, да, вот иногда нужно смотреть прямо на ширину, чем уже вот эта вот насадка, как раз та, которая под унитаз, ну, под стульчак прижимается, они более узкие и ближе к краю, иногда вот это не учитывают. И детям спокойнее, и у них длина ног, у них ноги свешиваются, когда они на ней сидят. А когда сверху накладка, они по диаметру меньше, по диаметру, да, то есть кажется, что попа не провалится, но у них расстояние вот это становится шире, то есть ребенок как бы туда-назад полностью, он вроде сел, а коленки у него не сгибаются почти, либо не совсем сгибаются, но неудобно. Например, неудобно какать, потому что коленки должны быть не просто спокойно быть, а для того, чтобы комфортно покакать на унитазе, зачастую нужно коленки, чтобы были выше попы. И вот это вот длинное расстояние, и вот, то есть вам казалось, вы купили насадку, все удобно, а он никак это не делает. А он вот, у него вот эта вот длина ног, он ее чувствует, и ему некомфортно. То есть, ну вот, представьте себе, вот попробуйте вытянуть ноги,
вы взрослый человек, сядьте на унитаз, вытяните ноги, поставьте даже их табуретку и попробуйте сходить в туалет. Вы не сможете. Вам нужно, чтобы ноги были согнуты. Так, по магазинам. Очень-очень часто бывает, что вот эти вот накладки продаются только в хорошем ассортименте, в интернет-магазинах, и их нельзя протестировать. То есть взяв и положить на унитаз и примерить, да? Поэтому вот лучше закажите несколько, прям, я не знаю, хоть при курьере примеряйте. Иногда там просят сделать размеры, но иногда размер не имеет значения, а имеет значение именно форма, да? То есть вам вроде как бы померят, но вот форма, чтобы вы приложили там ее к унитазу, она иногда имеет значение. Поэтому, к сожалению, да, вот в рознице, как правило, ну, одна-две модели. А вот в интернете вы больше найдете. Я там находила, когда выбирала, там порядка 10 вот моделей, когда я смотрела про вот этот вот процесс перехода на унитаз. По времени, сколько это может занять психологически, вот я говорю из-за того, что вот у нас, пока мы ручку не делали, я несколько раз пыталась, но ребенок сопротивлялся, я переставала. Ну, переставала. Ну вот все, что я хотела сказать. Пишите обязательно комментарии. Это Таня Матаня. Я думаю, что у вас все удачно, все получится. Вы просто ориентируйтесь на ребенка и поймите, что все его страхи, они реальны. И они десятикратно увеличены, чем то, как думает взрослый. То есть вот этот страх, вы никак не заставите ребенка преодолеть свой страх. Он должен просто расслабиться. Вот пока он не научится расслабляться, вы не сможете его заставить через страх или через все вот эти вот тараканы, которые сидят именно в ребенке. Через свои-то трудно перейти тараканы, ведь правда. Всем пока, это Таня Матаня. Задавайте вопросы, потому что вот именно благодаря вашим вопросам появилась эта тема.